сложил свои услуги, в отеле встретив, подмигнул метрдотель. Для вас шампанское и розы от супруги. Она звонила и просила передать. Вы стали честной жертвой недоразумения, и суд присяжных вынужден был оправдать. И снял судья с вас все четыре обвинения. Я не забуду тебя никогда, твою любовь, твою печаль, улыбки, слезы. А за окном все так же стонут провода, и поезд мчит меня в сибирские морозы.